Сейчас. Ай, меня обрызнуло. Всем привет! Сегодня у нас будет обзор на флинс с соусом. У нас сразу же два вкуса, вроде бы их больше и нет. Есть сухарики с ковбаской бебекью. Крутые, такие мне нравятся. И с креветками, соусом тартар. Я вообще думал, это майонез. Вот, раньше были краб вроде тоже, нет, да, краб. Да, все, краб был. Ставим лайки, ребята, за такой, как было, 4 зеленые пачка стоит, у нас 3 сухарики. Так, все, так, первая у нас будет пачка голубая с креветками, давайте проверим. Сначала вкус детства. Запах. Да, ты же почувствовал, да? Да. Я почувствовал, он такой... Ну, такой, обычные сухарики. Очень мало запаха такого. Да, ну, прям понятно, очень тело. Я давно уже такое не чувствовал. Ну, соус на диво, все руки бы сначала помыл. Да, все же руки. Видим упаковку, сразу видим. Она очень жирная. Попробую, держи в руках. Да, она руки. На всех жиру просто. Ну, понятно, сухарь. Мне руки, я все жирные в ней. Давайте пробовать, короче. Как я уже сказал, упаковка очень жирная. Давайте ее откроем. Я не хочу обмазаться весь соусом. О, это ж, получается, майонез сейчас, да? Да нет, это креветка. Или что? Это тартар соус. Ууу, это острый. Дай понюхай. Прикольно пахнет. Да, знакомый запах, не могу описать точно. Он острый. Острый, ну, как бобы. А бобы вы можете посмотреть вот здесь. Не, подсказки я вот там сверху уложу. Попробуем. Дурак, не видно ничего. Ого, ты там полупачки. Неплохо. Вот, вот так вот он выглядит по красоте. Ну что, давайте. Попробуем. Раз, два, три. Ну, прикольно. Да. Это можно, да. Это явно не напоминает сухарики, которые были раньше. Как бы... Ну, просто, если съесть просто обычный сухарик, то... Поменялось? О, нихера там приправу. Уже 1/4 этого соуса ушла, хотя мы и макнули, ну, сухариков 5-6 от силы. Вот еще меньше стало, уже почти половина ушла. А чтобы вы понимали, ну, пачку мы вообще даже много не съели. Даже четверти. Ну, вкусно, я ставлю лайк, я бы такой еще раз съел. Но да. Обычно все покупают сухарики, чисто школьники, чтобы их есть на улице. А на улице никто так с соусом ходить не будет, поэтому именно на улице это вообще способ. Только с Балтикой нулевкой, и все. Осуждаем такие слова. Дальше у нас колбаса, барбекю с кетчупом. Обычный кетчуп, соус с кетчупом. Интересно, какой фирмы? И еще есть одна такая штука, в некоторых пачках может не попасться соус. Да, кстати, известная проблема, что в кому-то попадается в две пачки, кому-то попадается в ноль пачек. Я уже много тиктоков об этом видел. Мы на всякий случай взяли две пачки с колбасой, чтобы если нам в одну не попалось, то второй хотя бы попадется. Так, я сразу же вижу соус. Так, все, уже все отлично. Хорошо. Соус такой розовый, прикольно. Запах капец какой ядрёный, попробуй, ну, понюхай. Да, это прям старый запах. По сравнению с тем, что это, ну, вообще капец. Это, по сравнению с тем, это даже не пахнет. О, да, как вот эта колбаска. Да-да-да, только редизайн сделали. Да. Короче, что могу сказать, подожди, не пробуй. Что хочу сказать, тут до сих пор опять жир. Ну, это понятно, что он жирный, это то не готовится. Открываем. Вот такой вот кетчуп, самый обычный. Хотя какой самый обычный? Нет. Его или разбавляют, или я не знаю. Да, он реально выглядит как очень разбавленный. Ну не знаю, он как желешка, он такой прозрачный капец. Я такой кетчуп давно уже не видел. Но это очень, кстати, похоже на то, что был. Да. Так, короче, макаем. Давай. Ого. Вот так это всего. Ну выглядит это аппетитно явно. Может, не знаю, как на камеру, но тут... Прям как в меде. Такая красненькая. У меня, походу, разбавлен водой кетчуп. Он прям очень, он очень не чувствуется как кетчуп. Да, я бы не сказал, что это кетчуп. Но вкус напоминает. Именно то... У тебя есть кетчуп? Кетчуп? Да, есть. Ну-ка, стой, дай этот. Да я сейчас просто возьму эту и... Что я могу сказать? Короче... Реально, тут... это вообще не кетчуп, это вода просто с каким-то красителем. Это не напоминает старый флинт. Вот это вот, это прям старый флинт с колбаской, там вообще вкусно. Это прям реально какая-то ностальгия. Кетчуп очень похож. Здесь соус тартар вообще не похож на тот, что был. Может, тогда был майонез обычный, я не знаю.
На фоне вот такого кетчуп смак без рекламы. Он, ну, сухарик не чувствуется, вот, ну. У тебя какой сухарик сейчас? Не знаю. Уже не важно, в принципе. Хочешь, возьми этот, ну да. На этот, на упаковкой. Давай мне. Да, реально, желание, конечно, не чувствуется, это просто кетчуп, просто стекает. На фоне этого сухарика, ну... Вообще, как будто ты просто ешь хлеб. Да. Сухарик не чувствуется на фоне... И вот я недавно ел кетчуп с хлебом, что мне делать нефиг было. Они вот так вот, если их наоборот, если вот эту с кетчупом, вот с майонезом, это две бомбы. Да, серьезно? Попробуй. Вот это тут, когда ты ешь этот, чувствуется кетчуп. Почему мы тоже снимаем взор на сухарики? Ты чувствуешь кетчуп и этот. А там ты чувствуешь все тоже. Они, да. Они явно перепутали, короче. Я еще не пробовал этот. Короче, кетчуп должен был быть в этих сухариках. А соус тартар в этих. Они что-то напутали, по-моему, дурачки. Это реально просто так вкуснее. Кетчупом намного вкуснее, чем синий. Мне намного нравится сочетание, ну, больше намного нравится сочетание других вкусов. Да. Они вот так слишком мягкий, обычный вкус, когда они в обычном стандартном режиме. Просто вкус сухарика и соуса, они не похожи, поэтому ты почти не чувствуешь разницы. А тут они два разных, но они вместе все равно отлично сочетаются. Попробуйте, возьмите две разных пачки и поешьте с разных соусов. И не ищите эти пачки в каких-то АТБ или Варусах, ищите их в ларьках таких, более продвинутых. Я недавно смотрел ТикТок, АТБ сказала, что они скоро заводят. О, нормально. Короче, что хотел сказать. В детстве мы так же пачками менялись. О, давай. Фу, сейчас будет жестко. Бля. Ужасно, какие прикольные. Что-то мало осталось. О, это мы сейчас будем кушать такое. Покажи, я не вижу. Ужас. Сись. Ой-ой-ой, это нужно перемешать. Мы вкусы там не почувствовали, мне кажется. Сейчас мы все. Это нужно перемешать. Мы маринуем, как он холодный стало. Ну, сухарики обалденные, всем советую. Просмотр какой-то фильма или киношки. Это одно и то же самое, неважно. Кстати, к сериалу вот точно. Мы обещали заказать Crunchy Cheetos на 15 лайков, это может 30. Попали на деньги. Надо попросить Денис как раз уезжать в Турцию, главный персонаж, так сказать, этих видео, он нам должен привезти Crunchy Cheetos, я надеюсь. Фада уезжает в Турцию, поэтому не пришел на съемки видео. Да, скотина тварь. В Турецию. А, попробуй. Там жестко. Но они размокли. Да. Ничего страшного. Ну что, в принципе, на этом видео можно уже заканчивать. Давайте все по очереди мнения. Ну, я скажу так. Мне не понравились со вкусом креветок, понравились только со вкусом сосисок. Да. Но не понравилось то, что кетчуп обычно не чувствуется вкус кетчупа на фоне самих сухариков. Если совмещать разные соусы из пачек, вот тогда уже начинает быть довольно вкусно. Ну, я жду ваше мнение. Дима. Ну да, вот с креветками такое себе. Колбаски самое такое, съедобное. Так, я бы ел всем, опять же, если бы поменяли просто вкусы местами. Вот если по-разному, точнее, ну, говоря наискосок, оно сочетается идеально. А так два вкуса очень похожи, их почти не чувствуешь. Поэтому, Флинт, если вы смотрите это видео, поблагодарите, пожалуйста, соус на местах. Да, поблагодарите наше видео. Ну, во всяком случае, в следующей партии сделайте наоборот. Может, это будет как-то типа... Может, это чисто наше мнение. Может, наоборот, всем отлично нравится. А, не уверен. Дальше, когда я сам не нравлюсь. То есть у нас три мнения такого. О, жесткий чел. Давай. Теперь корней будет.
Типа по трубам. Чел, успокойся. Ну так. Ну что ж, в принципе, на этом мы, наверное, будем заканчивать уже видео. Ставьте обязательно лайки, чтобы мы еще заказывали всякие крутые штучки в интернетах. Или просто искали в городе у нас. Подписывайтесь на канал, чтобы смотреть наши обзоры первыми. Ну, а на этом мы заканчиваем. Всем пока. Сослайк. So,